Можно ли проводить раскрещивание при беременности? Не только можно, но и нужно. Так скажем, помогите себе на начальной стадии, когда не нужно будет решать эти проблемы потом. Раскрещивание при беременности, напомню, что это ваш вопрос, а не вопрос вашего ребенка. Потому что если вы хотите раскрестить ребенка, то ребенка нужно раскрещивать, так скажем, отдельно. То есть неважно, он находится уже внутри вас, как сформированное существо, или только на полевой структуре, так скажем, ожидает своего воплощения в этом мире. То есть вы не одно с ребенком, вы два разных существа. То есть раскрещивание – это прежде всего ваш вопрос. Если ваш вопрос раскрыть более глубоко, то вы, скорее всего, хотите знать, повлияет ли это на плод. Ну, конечно, повлияет. То есть человек сидел в клетке с шипами вовнутрь, я имею в виду ребенка, ну, теперь будет сидеть без клетки. Да, конечно, ребенок тоже может по прошлым жизням соприкасаться с христианством, и у него также могут быть подобные клетки вокруг него. Но это уже будет его вопрос, когда он родится. А вот если вы хотите раскрестить и себя, и ребенка одновременно, то нужно, так скажем, указать это как пожелание в письме, когда вы будете писать нам.